Ну а на Камчатке в эту субботу был легкий мороз, яркое солнце, поэтому на биатлонном комплексе имени Фатьянова точно по расписанию началась традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия». Из Петропавловска-Камчатского корреспондент ГТРК «Камчатка» Марина Клебадзе. Центральные герои праздника и главная надежда каюров. Камчатские ездовые, сибирские хаски и норвежские метисы. Какой настрой у вас? Всегда боевой. Снег выпал, и почти каждый день мы тренировались, ходили на трассу на 9 километров и на 16. Открытый чемпионат края по ездовому спорту «Берингия». Не просто спортивный праздник, а настоящий бренд Камчатки. Ежегодно он собирает тысячи зрителей. В прошлом году «Берингия» вошла в топ-200 лучших событий года в России. Соревнования, масса людей, ну и все такое интересное. На старт вышли 33 каюра из разных районов Камчатки, Москвы и даже Франции. Заезд на дистанцию 10 километров. Для гостей праздника подготовили десятки фотозон и этнических площадок. Ровно 30 лет назад журнал «Северные просторы» выступил с идеей о проведении гонок на собачьих упряжках на Камчатке. Так появилась единственная в мире гонка, которая до сих пор успешно сохраняет традиционный национальный уклад коренных народов Севера. Каюрам предстоит пройти больше 1000 километров. Впереди еще несколько этапов гонки. Карина Клебадзе, Алексей Носачков. Вести. Камчатка.